Первый вопрос от Слава Плейшой. Сколько тебе лет? В данный момент мне 12. Второй вопрос. Когда выйдет новая серия «Войн клонов»? Прошлым летом, когда я был в деревне, я снял еще один спецвыпуск, где некоторых персонажей озвучивали двоих моих друзей. Вот. Но, вот только вот есть такая проблемка. Мы путались в ролях, и вот мне надо над этим поработать будет. Наверное, осенью я сниму заключительную серию. Да. И еще один вопрос. Ты будешь придумывать сценарий, а потом писать его на лист, а потом, когда будешь снимать видео, читать? Конечно же, как раз сейчас это есть. Так. Сколько наборов Лего Бионикл и Лего Фабрика Героев? Спрашивает Андерсон Вейдер. Так, Лего Фабрика Героев около, по-моему, 15, так, или 14, где-то так. Вот, а Лего Бионикл 13. Да, вот 13. Но у меня просто есть еще подделочные. Но хоть и подделочные, они вполне хороший набор. Получается, с подделочными наборами Бионикл будет 18 наборов, а Фабрика Героев 20. Так, первый вопрос от Виктора Веда. Какие типы видео еще будут? Так. Ну, анимации, обзоры, каверы на музыкальных инструментах. Влоги, вот. Наверное, пожалуй, вот то, что сейчас вот этот вопрос-ответ, ну, как его обычно называют, тег. Наверное, еще как-нибудь сделаем. Ну, как побольше подписчиков будет, может быть, прямая трансляция будет. Иногда будут летсплеи и прохождения. Ну, может, еще что-нибудь там придумаю. Жанров в Ютубе очень много. И второй вопрос от Виктора Веда. Какие ближайшие Лего-фильмы? Ну, получается, Лего Майнкрафт мне нужно еще снять. Но, наверное, это будет не скоро. Потому что теперь я уезжаю на лето в деревню. Мне там неудобно будет. Вот. Потом... Ну, в общем, я уже сказал, что я собираюсь потом осенью, наверное, сделать последнюю часть Лего Войн Клонов. Ну, в общем, не буду вам особо спойлерить, так что сами все потом увидите. Ну, спасибо вам то, что вы записали мне вопросы. Надеюсь, в следующий раз получится так же. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.